Ханс. Над косточкой сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит таксик маленький, с морщинками на лбу. Послушайте, бульдог, бульдог, сказал без воды гость. Позвольте мне, бульдог, бульдог, так уж нет кости. Рычит бульдог на таксика, не дорого ничего. Бежит бульдог за таксиком, а таксик от него. Бегут они вокруг столба, как лев, бульдог рычит. И цепь стучит вокруг столба стучит. Теперь бульдогу косточку не взять уже никак. А таксик, взявший косточку, сказал бульдогу: так, пора мне на свидание, уж 8:05, спешу я, до свидания, сидите на цепи.